Здравствуйте! Это Ржев и парочка городских легенд отсюда. Самой популярной, наверное, из ржевских историй является легенда о сапогах Владимира. Ржев долгое время был важной крепостью, переходил из рук в руки, был предметом спора и войн между государствами. Между Смоленском и Новгородом, между Новгородом и Литвой, Литвой и Тверью, Москвой. Ну и не раз были здесь сражения и серьезные сражения. Осаждалась крепость городская. И покровителем считался всегда князь Владимир. Даже сам Ржев назывался тогда Ржева Владимирская. И вот горожане почитали этого князя, почитали за защиту. Он не раз являлся во время самых жестоких сражений и являлся с платочком. И сияние этого платочка отвращало врагов от города, помогало горожанам. Почитая его на День памяти, горожане ставили обычно ему на усыпальницу сапоги. Новые обязательно сапоги, и на следующий день каждый раз находили эти сапоги изношенными. Ну, то есть считалось, что князь делал обход своего города с тем, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, что он защищает и хранит его, как и прежде. Но как-то однажды, спустя много лет, горожане решили, что ну чего ему все сапоги-то менять? Давай-ка мы, наверное, заменим ему только подметки. И подбили к сапогам только новые подметки. Поставили их на усыпальницу в День памяти, а утром приходят и обнаруживают, что сапоги не тронуты. И с тех пор говорят все, князь обиделся на город и больше уже его не хранит, не спасает. Ну, эта легенда самая-самая популярная, ее можно встретить вообще в любых источниках об этом городе. А куда более интересная, кажется, другая история. История о воеводе Сухожилине. До екатерининской перепланировки город был застроен хаотично, деревянными домами, и, как водится, с практически любым городом в стране он часто горел. И вот однажды, значит, летом загорелся город, и сгорела прям целая половина города. И тут же к воеводе Сухожилину потянулись люди всякие разные, там и мастеровые, и торговый народ, ворожеи какие-то, старицы, старцы, прорицатели, духовенство, юродивые. И все ему наперебой какие-то свои советы давали, самого разного и часто довольно глупого толка. Надо понимать, что история эта приводится у писателя Шишкова в его романе «Емельян Пугачев». Ну и относится он там без пиетета к этому самому воеводе. Рассказывает, что был он человеком практичным, хватким, но особым умом не отличался. И вот как раз эти самые все многочисленные советы, очень противоречивые и глупые, этого воеводу сбили с толку совершенно. Настолько, что он потерял в принципе соображение, чего ему делать. И даже отписал бумагу в Петербург. К самой императрице Екатерине II Великой. Вот, отписал он следующее примерное письмо. Сгорел город, половина города подчистую, вместе со всеми пожитками и с добром с нажитым погибла. Более того, из оставшейся половины, из домов тараканы бегут в поле. И это верный признак того, что и второй половине города сгореть, быть гневу Божьему великому. На то и старые люди указывают. А посему прошу позволения повелеть людям свои пожитки из оставшейся части города вынести и город поджечь, чтобы не сгорел он в неурочный час. Рассказывают, что Екатерина, значит, все это послушала, поулыбалась, потом засмеялась захлеб, ну а потом посерьезнела. Велела подать бумагу и отписала воеводе указ. Город сгорел, жителям строится, а тебе, воевода, не врать, тараканов и старых людей не слушать и ждать Божьего соизволения. Ну а строиться она велела уже по другому плану, по новому. Так город получил регулярную планировку, которую сохранил и до сих пор. Вот такая история. Но приврал Шишков или рассказал правду, этого уже не разберешь.